возможно, еще не достигли своего пика. Ситуация продолжает развиваться. Сейчас не время оценки ставить. Это первое. Вы знаете, что по поручению президента на место на выходных вылетел срочно министр Куренков. Он находился там. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано. Ну, вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации.